Здорово, народ! Наверняка вы все видели картофеля пушку, но все это повторение американской конструкции. А я сегодня создам чисто русскую картофеля пушечку. Для начала изготовлю переходники с баллона на трубу. Далее вырезаю с баллонов все лишнее. Ну а теперь приварю к баллонам ранее изготовленные переходники. Теперь изготовлю узел соединения всех баллонов. Перед тем, как сделать врезку баллонов, определяю их оптимальное расположение. Ну и делаю врезку. Готово. Теперь все это дело необходимо сварить. Варить надо качественно, потому что система будет под давлением.
Собираем все это дело для примерки и уже по месту определяем расположение третьего баллона. Привариваю последний баллон. Теперь изготовлю рукоятку из квадратной трубы и из двух половинок круглой трубы, разрезанные вдоль. Из кусочка стали изготавливаю курок. Ну и вырезаю паз для курка в рукоятку. Привариваю полость, где будут располагаться подвижные части. Вставляю курок и тягу, фиксирую все это дело шпилькой и завариваю. Привариваю заглушку на рукоятку. Примеряю рукоятку и привариваю. Делаю кронштейн для пружинок и привариваю. Привариваю крепление спускового механизма.
подгоняю, собираю и после этого ввариваю ограничитель хода крана. Надеваю пружинки и проверяю работу механизма. Теперь изготовлю рычаг для натягивания пружинок. Чтобы уменьшить отдачу, решил изготовить дульный тормоз-компенсатор реактивного типа. При выстреле он отклоняет часть воздуха в обратную сторону, тем самым уменьшает отдачу. Ну вот и все, осталось только срезать лишнее и зашлифовать. Получилась вот такая вот картофеля-пушечка. На момент публикации видео это будет самая мощная картофеля-пушка в мире, так как самую мощную до этого, что я смог найти, это у одного американца, работающая на давлении 100 PSI, что соответствует 6,8 атмосфер, а моя же пушка работает на 16 атмосферах. Ну чё, протестим её? Ну а в следующем видео я из нее как следует постреляю, поэтому, чтобы не пропустить, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. С вами был Леха Технарь, до новых встреч!